Сегодня в России отмечают Яблочный Спас – православный праздник Преображения Господня, с которым связано большое количество народных обрядов. Яблочный Спас знаменует наступление осени и преображение природы. Принято считать, что ночи после 19 августа становятся холоднее. Во всех храмах Самары прошли праздничные богослужения. Центральной площадкой стал собор во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия на Барбошиной поляне, где после божественной литургии состоялся праздник с яблоками и пирогами. Необычную акцию организовали сотрудники ГИБДД, которые вместе со священнослужителями будут угощать водителей освященными яблоками.